Централизация торгов на лекарства позволила республике сэкономить более 100 миллионов рублей бюджетных средств. Любая таблетка в регионе закупается открыто. С результатами аукционов может ознакомиться каждый желающий на официальном портале органов власти. Еще 2 года назад все лекарственные препараты и оборудование больницы закупали самостоятельно, зачастую по завышенной цене. Сейчас заявки на поставку медицинских товаров сводятся воедино для проведения электронных торгов. Приобретать лекарства через онлайн-аукционы глава республики потребовал 2 года назад. Система показала свою эффективность. Она позволяет экономить бюджетные средства и полностью исключает коррупционные схемы. На сегодня мы около 1000 торгов в среднем проводим, то есть мы занимаемся достаточно серьезной работой. У нас даже организовано специализированное учреждение, казенное, Центр ресурсного обеспечения деятельности учреждений здравоохранения нам в помощь, для того, чтобы обрабатывать эту массу огромную торгов с одной стороны, а с другой стороны у нас заявка вот на формирование и лекарств, и оборудования происходит и начинается с уровня участкового врача. Когда прежде всего врач участковый в первичном звене, а в стационаре врач лечащий решает, чем лечить пациента, качественно лечить пациента в рамках наших стандартных протоколов. В прошлом году за право поставки лекарственных средств боролись более 50 фирм. Удалось сэкономить порядка 56 миллионов рублей только на закупках препаратов для льготников. В условиях дефицита бюджета республика увеличила объемы приобретаемых лекарств. Мы, с одной стороны, эффективно назначаем медицинские препараты, поскольку контролируем назначение врача главными специалистами и смотрим на соблюдение назначений в соответствии с нашими стандартными схемами лечения. А с другой стороны, мы стараемся формировать эффективно централизованную закупку и добиваться бюджетной эффективности. То есть каждый рубль у нас работает значительно эффективнее именно в условиях централизованной закупки. В 2015 году мы также продолжили наши централизованные закупки, и уже по итогам сегодня сформированных торгов мы имеем экономию порядка 42 миллионов рублей. Закупки лечебных учреждений согласовываются со специальной комиссией Чувашского Минздрава. Если приобретение препарата здесь посчитают нецелесообразным, то заявка будет отклонена. По такой же прозрачной системе республика начала проводить аукционы на ремонт медицинской техники и организацию питания пациентов. Александр Гаврилов, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов. Республика.